Сегодняшнее утро на территории республики действует 23 пожара, тушится из них 6 пожаров, в зоне контроля находится 17 пожаров. Локализовано за сутки 3 пожара, ликвидировано 14, вновь обнаружено 2 пожара. На этих пожарах работает 296 человек, 35 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава привлекались воздушные судна. Работа по тушению лесных пожаров продолжается на территориях 4 районов. Это Вилюйский, Усть-Майский, Чурапчинский, Сунтарский. Также по мере стабилизации обстановки выбывают лесопожарные силы, которые привлекались извне. Сегодня запланирован вывод инженерного батальона, который привлекался по линии Министерства обороны Дальневосточного федерального округа. На сегодняшний час угроз населенным пунктам и объектам экономики не отмечается.